Доброе утро, Соня! Выспался? Доброе утро, мамочка! Ага! Хорошо, садись завтракай, а я пока схожу в магазин, куплю продукты в дом. Брюс, мы зашли сюда только для того, чтобы посмотреть подарок для тети Сары. Ее дочери завтра исполняется 3 года. Было бы глупо прийти без подарка. Да-да! О! Новый робот с искусственным интеллектом? Твой лучший друг на долгие годы! Мама, купи мне, пожалуйста, этого робота! Брюс, я думала, мы договорились. У тебя этих роботов дома целая армия. Мамочка, ну пожалуйста, такого у меня еще не было. Ну честное слово. Ну вот, дождь пошел. А я как раз хотел пойти погулять. Интересно, кто это? Может, мама за зонтиком вернулась? Иду, иду! Ну чего ты так долго, мелочь пузатая? Тебя мама здороваться не учила? Ой, простите, пожалуйста! Мокрое утро, ваше величество! Так, если ты пришел ругаться, то лучше уходи. Ну ладно, чего ты? Не обижайся! Я просто хотел показать тебе своего нового робота с искусственным интеллектом. Ого! А что он умеет? Ну, с ним можно разговаривать и давать ему разные задания, если верить надписи на коробке. Так, что ж, сейчас попробуем тебя включить. Приветствую, как твое имя? О, круто! Привет, меня зовут Брюс, а это... Отличное имя. Ну что, может, поиграем? Погоди, а что ты умеешь? Роботы наступают. Ты что, оглох? Я вопрос тебе задал. Приветствую. Как твое имя? Отлично. Так и знал, что где-то подвох. Вот и верь после этого рекламе. Да уж. О, будешь конфету? У меня как раз 2 осталось. Давай. Клубничная. Прям как жвачка жуется. А сможешь пузырь надуть? Пузырь? Какой еще пузырь? Смотри, учись, мелкий. А спорим, я больше надуть сумею. А давай. Ой. Ну вот, все из-за тебя, Стивен Кривен. Ах так, ну Брюс Толстопуз. Так, что за шум, а драки нет? Ребята, вы бы себя видели. Это все из-за вашего Стивена. Ты первый начал пузыри надувать. А ты первый. Ребята, не ссорьтесь, идите-ка лучше в ванную и умойтесь. Ну вот, кажется, дождь прошел. Пойду я тогда. Хорошо. Ну что, мир? Ладно, так и быть, мир. А вот и я. Здравствуйте, тетя Глория. Здравствуй, Брюс. А чего это вы такие грустные? Думаю, это вас развеселит. Что это? Это твои любимые жевательные конфеты. И Брюса обязательно угости. Это уже... Сами жуйте свои конфеты! Ноги мои больше не будет в этом доме! Думаю, это вас развеселит. Спасибо, мама. Что-то аппетит пропал. Если что, я у себя. Что происходит? Лучше не спрашивай. Хо-хо-хо-хо.